Всем здравствуйте, вы на канале Пиратская Жизнь. Я с хорошим настроением представляю вам моего любимого мужа Вована. И как всегда я. Ниночек. Ребятки, у нас сегодня обед, такой легкий обед, летний. Не стала делать ничего горячего. У нас из горячего только чай. Только чай, и все. Что, ты ждешь, когда я тебе щечку налью? Все, сейчас налью. Он меня, простите, он у меня немножко не разговаривает. Молчу по жизни. Вот видите, молчит. Вот, а я любительница поговорить. Я такая еще болтушка. Вот, да-да-да, убираю ножку, потому что сейчас пролью, будешь знать. Вчера-то я пролила уже один бокальчик. Вот еще одну пролью. У меня руки-крюки, признаю. Слушайте, девчонки, все-таки я психанула и пошла включила колонку. Потому что хрен знает, когда ее включат. Потому что сейчас позвонишь, у них очередная отмазка. Ой, у нас в 9, еще до 9, ой, до следующего дня и так далее. А я уже, как говорится, с меня уже скоро грязь кусками будет слетать. Тем более в такую жару, знаете, очень хочется помыться. Ой, он слово сказал. Грязнули. Нет, серьезно, очень хочется помыться. Вот, хотя просто принять душ. Я, конечно, понимаю, сейчас жара. И даже холодная вода у нас практически теплая. Но это просто невозможно. Теплая. Вот, я пошла, включила колонку. Подсоединила все трубки, прогнала колонку, в общем, все. Не колонку, а это обогреватель. Почему-то постоянно хочешь назвать колонкой. Вот. В общем, все, вода будет. Сейчас пока поедим. Как раз она нагреется. Будет хорошо. Так, что у нас сегодня на обед? У нас сегодня колбаска очень вкусная. Холодец. Бутерброды с сыром, фрукты, чай, все. Не стала делать ничего такого большого, там яичницу и прочее. Вот, лично мне не хочется. Ну, а муж никто не спрашивает. Он нас вообще молчун. И вот видите, ложку даже не отобрала. Сидит тут. А я так-то могу взять. Твое дело маленькое. Вообще, я тебе говорила, ешь холодец. Он не ест. Че с ним живу? Приятно. Мальчик, 41 год. Вовочка. Он тебе прикалывает. Так засохнешь. Это я люблю тебя. Сам же знаешь, что люблю. Вот. В общем, вчера сделали все дела. Сейчас ждем анализа. Вот. Позвонила, кстати, тоже насчет памятника. Узнала. В общем, сказали, будет еще не скоро. Ну, потому что сейчас они пока только поставили основание. Вот. Залили все вот это вот. Облагораживание могилы, а сам памятник еще делается. То есть нам, мы еще в очереди, как она сказала, мы еще в очереди нарежут фотографии. Вот, такие дела. Ну там, конечно, прям вообще дуром деньги дерут. За любые исправления, там что-то здесь, вот там, сям. Вот это. Денежка. Ну, уже памятник почти под сотку уже вышел. Но благо все будет очень красиво и хорошо. Вот. Так, надо покушать. Ой, господи, как я не люблю, когда у меня что-то вот идет не по плану. Вот я думала, вот вчера вечером думала, ну утром-то точно должны включить. Ну сейчас посплю спокойненько. Ну вчера же сполоснула с холодной водички, думаю, ну блин, ну быстренько так, все нормально. Доживу, как говорится. Грязь не сало, потер и отстала. Нет, нифига. Так и не включила. Все-таки сало, да? Блин, если бы я знала, я бы еще вчера, перед тем, как идти гулять, я бы вчера включила бы колонку и спокойно помылась. Нет, блин. Так, короче, два больших твои, один, два маленьких моих. Вот, и в общем, прям, как мне сдолбалось. Причем они своих две недели уже выдержали. Что, они за две недели не могли ничего сделать, что ли? Почему у них все это начинается, когда вот уже... Когда что они делали, блин, две недели? Ничего не делали. А что они, блин, делали две недели? Просто отключили и все, и вот я не балду знаю, пинали. Ну вот, блин, такое ощущение, как будто специально. Что, не знаешь, как это делается? И тут, здравствуйте, у них тут какая-то авария. Это два дня уже нет горячей воды. Это ладно, неделя? Я пошла, включила колонку. А так у нас же, знаете, сколько это? У нас в доме детей, знаете, с маленькими детьми, стариков очень много. Вообще. Ну где вообще срать? Я. Че? Ешь. Там, кстати, осталось немножко, тебе на работу. Заберешь. Угу. Надо доедать. Сейчас суп доедем. В этот раз сегодня... Сегодня хочу, знаете, делать мясо по-французски. Ленивое мясо по-французски. Я девушка у нас ленивая.
И я изобретаю новые рецепты. Все то же самое, только ленивый вариант. Сейчас вот мясо замаринуем, и все. А остальное будем делать попозже, как помочь. Так, что еще хотел сегодня? Так, с коровой у меня разобралась. Позвонила, в воскресенье заберу. Надо будет в субботу его вычистить. Не, реально очень, знаете, неудобно наступать. Там уже хоть и подсохло, но наступаешь, и как-то вот сладкое чувствуется. Липнет нога. Рука, крюки. Смотреть предыдущий выпуск, короче, я рассказывала, пролила на ковер. Был ваншем мыть. Ваниш. Где тебе ваниш-то возьму? Для ковров-то. А у тебя водичка протерла? Вот, полночи сверху попой крутилась. Мистер Прото есть. И чё? Ну тут это, мойку ковров на дому строить? Да. 2 часа ночи? Да. Вот такой старый. Вчера такой, смотри, как я тут это кверху, извините, раком тут стою. А лежит такой на кровати. Смотри. Еще такой стоит, вот там, вот тут. И, а знаете, мне, в общем, это ж я пролила-то. Вот, ты пролила. Разбила пол-литра. Да, в дребезги, да. И хороший я человек, да. Вот, и, короче, в итоге, вот так вот. Редиск-то. Да, плохой я человек. Ну что, а заберут? Еще пусть хорошо. А видишь, у них там делают, они еще это, ремонт ковров. Там как написано, мелкий ремонт, оверлок, там все дела. Слушай, вкусная вот эта колбаса, да? Вот эту колбасу взяли, Парма в первой мясной, зашли. О, вообще вкусная. Она даже по цвету мне очень понравилась. Она такая прям, знаешь, как это, как вот прям, не знаю, как. Как сыровяленый, но какая? Да. Какой? А там 3 колбаски, которые? Нет, что-то вот их не хочу, они какие-то сухие. А вот эта, она еще не особо соленая. То есть такая прям очень вкусная. Обычно, знаете, колбасу покупаешь, вот эту сыровяленую, сырокопченую, она очень соленая. Вот, и соль, перец, то есть, ну такая. А это прям такая нежная, как будто прям вот только сделали. Прям вот. И даже по цвету видно, что вот мясо прям вот, прям нежнятинка. Супер. Ням-ням-ням. Да? Погода. Завтра в ванну на работу. 34 градуса будет. 34 градуса. Жуть. Жутко. Выдержишь? Будет париться. В прошлый раз Олег был в будке. Кто там? В этот раз ты будешь, да? Кто там? Кто там? Кстати, кто в нашем канале первый раз? Я домохозяйка. И по совместительству блогер. А муж у меня охрана правительственного объекта. На самом секретном заводе в городе. Да. Высший чин. Клотамов. В общем, короче, мы обычная семья. Без выебонов. Любим покушать. Любим, как говорится, полениться. Отдохнуть любим. Немножечко иногда выпить. Вот, так что все как у людей. Даже если у нас там некоторые пишут, прям все такие там идеальные все. Да? Мы не идеальные. И мы это признаем. У нас есть смелость признать. Да? Ну, сейчас я сделаю бутерброды. Украл, выпил, тюрьму. Романтика. Бери это. Украл, выпил в тюрьму. Прям сейчас. Блин, ты сейчас скажешь, там поверишь же. Да. Он ты где сидел? За что? Там на роль.
опять же, кто у нас первый раз, у нас очень такая специфическая публика. И комментарии на нашем канале – это отдельная тема, которая не поддается логике. А людям все дико не нравится в нашем канале, но они продолжают с упорством нас смотреть. Садомазохист. Да, у нас это канал садомазохистов. Скрытых. Скрытых, да. Не, не садомаза. А хотя нет, садомаза. Мазохист, когда ему любит, когда ему причиняют боль, да? И сада – это когда ты причиняешь боль. То есть они, причиняя боль нам, мучаются от посмотрения нас. Ну да, садомазохисты, согласен. В общем, как-то так. Знакомство. Мне 35, мужу моему мальчику 41 годик исполнился недавно. Очень любит танки. Ребенку. А ребенку, да. Я мать, видите, кормящая. Кормлю ребенка. Ну, страшненький, да, вот волосатенький. В обезьянку пошел. В родственников. Шучу я. Вот. В общем, как-то так, да. Перевозбужденные. И да, кстати, я веселая всегда. И мне не обязательно для этого что-то выпить. Это там прям сейчас напишут, что они уже бахнули с утра. Вот это полюбасу. Ребята, мы не бахаем с утра. Если мы бахаем, то по вечерам. И только элитный алкоголь, пиво из баклажки. В общем, давайте знакомиться. Но вообще, у нас очень хорошее чувство юмора. Мы любим поржать даже над собой. Да. Так что добро пожаловать на наш канал. Особенно я люблю поражать. Надо мужу постараться. Есть алкаши из Питера. Где? А, есть ли? А, есть, да. Основные вопросы. Какое у меня хобби? Ютуб. Я работаю? Нет. Блогерство – это, в принципе, тоже работа. Дальше. Я живу в своей квартире, мы из Нижнего Новгорода. А Ван охранником работает. 7 алкоголиков. Нет. Из Нижнего. Есть из Питера. Из Питера, а мы из Нижнего. Да. Алкоголики всех стран. Объединяйтесь. Если вы тоже любите вкусно покушать, немножечко выпить и поржать, ну, где-то попутешествовать. Любим путешествовать. Вот, основная тематика нашего канала – это мукбанки. Мукбанк – это когда люди едят на камеру и о чем-то болтают. Нет, это люди просто едят. Когда болталки – это уже наше российское направление. То, что просто поесть и ничего не сказать, угу. Это вообще ни о чем. Ну, не знаю, я вот у меня лично… Обязательно надо о чем-то поговорить. У меня о политике, о жизни. Да. Кто сколько украл. Сколько выпил, съел. Да. Недавно мы были в Питере. Вот. Сейчас я делаю памятник своим родителям. Хочу сказать, родственникам. У нас была встреча алкашей. Да, у нас была встреча алкашей. Дальше что? В Питере. Дальше что? В Питере. Даже нет, не, последнее событие. Чтобы кто вдруг новенький нас смотрит, не знает, в чем дело. Да. Мы собираемся в ближайшее время делать вакцину. Недавно сдали анализы. Что еще? Короче, задавайте свои вопросы в комментариях. Если получится, я отвечу на них. Если вам кто-то ответит, кроме меня, можно верить этим людям лишь наполовину. Потому что половина людей вообще нас не смотрит, вторая половина нас просто ненавидит. И будут писать все, что они не знают, где-то слышат звон, не знаю, где он. Вот так вот. Нет, тут говорит, помню, а там не помню. Ага. Мне, знаешь, понравился комментарий. А вы повнимательнее посмотрите. Вот здесь вот травка примятая, а здесь не примятая. Блин. Угу. 8 утра, выложил видео. Люди сидят с лупой, смотрят, блин, где примятая, где не примятая. Да. И говорят, вот на этой минуте... Что примял эту травку? Вот здесь вот примятая, вот здесь не примятая. Блин, я не могу. Да, и я показываю все как есть, чтобы меня потом грубо они говорили. Дело в том, что у нас там рядом с кладбищем лес, да. И там водятся лоси. Они иногда выходят травку щипать. Фу, что-то убьют. А, ну да.
Хотя да, так и есть, да. Вот, видимо, он и примял эту травку. Когда шел. Ты идею подкидываешь, да? Мимо шел и примял. Ему ж неведомо, что там такое. Он же лось. Кстати, у нас очень много лосей тут бегает. Особенно утром, ночью. Да. И жрут колбасу. Мы, кстати, очень любим колбасу. 10 фактов о нас. Очень вкусный колбас, слушайте. Вообще. Просто балдежная эта колбаса. Парма. Тюрьмая. Да, мы очень любим еще делить еду. Мы ее очень любим, поэтому ее периодически делим. Рокки! А сразу 3 штуки, что ли? Одной? Тройняшки? Двойняшки. Я пис видел, да? Так, надеюсь, у меня сейчас вода нагреется. У нас, прикиньте, мы были в Питере, отключали воду. Вот, а сейчас опять на 2 дня отключили собаки. Я прям бесюсь. У меня когда что-то идет не по плану, я бешеная. Вот у меня сейчас нет воды, и я бесюсь. Извините. Уж какая есть. И опять же, говорю так, принимайте меня такой, какая есть. Зато не скучно. Мы не идеальны. Че, тройняшки, да? Мы не идеальны, далеко. Вот, мы показываем. Я, вон, видите, без насечника люблю ходить, потому что я дома. Вот, потому что мне так удобно. Вот. Если кто-то выходит вынести мусор и перед этим красить, одевать свой лучший наряд вечерний, то это ваша проблема. Да. Действительно, ужал. А, мне, кстати, там, знаешь, одна женщина писала, по-моему, комментарий. Вот. Он говорит, это что же за семья такая, что вы перед мужем боитесь... А, короче, одна женщина писала... Нет. Одна женщина писала, говорит, не могу выйти из бани, не накрасившись. То есть, представляете, она выходит из бани и красится. Прикинь, из бани. Mm-hmm. Человек, пипец вообще. Вот. Чума с этим. То есть, прикинь, она перед мужем настолько стремается выйти... Даже... Это ж она, сколько она страшная, то после бани еще и краситься надо, ну, чтобы показаться мужу. Причем они вместе, как она написала, 25 лет живут. Ужас. Прикинь. Надо его, это срочно ему снять, это видеоролик, какая она без макияжа. Не, а есть же такие приколы реально, что женщины утром встают и там, прикинь, это, там, намоются, накрасятся, а потом это ложатся. А потом просыпается, потом, да, пока может спать. А потом просыпается, такие, ой, так, ой, я, наверное, заспалась. Это, знаешь, поправляет нарощенную ресничку, я, наверное, заспалась. Не, я честно, я люблю поржать. Вот, я за реальную жизнь, потому что, ну, мы всегда бываем не очень в хорошем виде, не очень всегда красивые, вот. И я считаю, что нужно себя принимать такой, какая ты есть. Вот, если тебе лишний твой вес мешает для здоровья, конечно, нужно худеть, но если тебя все устраивает, то обращать внимание на мнение толпы, аудитории, так сказать, те, которые тебя могут забыть через 10 секунд, особенно вот, ну ладно мы, да, то есть мы блогеры, у нас там постоянная аудитория, а если, например, на улицу выйти, там, не накрасишься, не одеть, там, не знаю, каблуки, не знаю, тебя люди увидели, да, прикинь это, утром 8 утра, накрасилась, в каблуках идешь, это, вот вдруг меня люди увидят, там бомж стоит такой, роется. Или голуби. Да-да, или голуби, да. И вот только они тебя увидели. Пришла домой, умылась. Вот так. Не, раньше тоже была такая. У меня было, что действительно, я не могла выйти на улицу, чтобы не накраситься, реально даже вот мусор вынести. А потом что-то у меня так это... Я поняла, что жизнь у меня одна, не хочу тратить жизнь на мнение других людей, ну, потому что которым, в принципе, пофигу на меня, не только посудачить языком. А так же, как потрясти. Ну да. Вот. И получается так, что я буду проживать жизнь так, как я хочу. Нам нравится покушать, нам нравится отдохнуть. Мы делимся, пускаем людей в свою жизнь. Но это не значит, что в нашей жизни нужно топтаться. Правильно? Ну. И надо удивляться, если кого-то блокируют или удаляют сообщения. И, кстати, да, сообщения у нас зачастую удаляются фильтрами. Все.
Так, что какие-то. Не фильтрами, а ютубом. Не, ну там же я так настроила, так что автоматически удаляется. Вот еще. Ютуб дает такую возможность. Да. А чего мы ее удаляли? Угу. Плюс колбаса. Прям. Хорошая. Мой муж немножко заикается. Но я уже на самом деле не обращаю внимания на это. Это еще такие ответы на вопросы основные. Что еще какие вопросы? Бывает. Из еды. Я люблю сыр, я люблю овощи, фрукты, рыбу. Муж очень любит мясо и пиво. Пиво это как отдельный продукт в нашем доме. Тогда иногда немножко все поварим. Весьма редкий продукт. Ну-ну. Муж у меня весит 128. Чего? Я 72. Может, наоборот? Нет. Нет. Вчера его взвесили, прибавил еще 2 килограмма. Ничего не прибавил. Вон сейчас это взвешивался. Да? Да, нормально все. Пойдем сейчас взвеситься. В общем, как так. Мы обычные люди, совершенно простые. Да, иногда доводит. Комментарием, да, начитаешься, начинаешь там бомбить. Но все мы люди. Там у нас очень много специалистов. Да. Широкого профиля. Чтобы по нашей семье. Они все знают. Так, ты будешь бутерброд еще один? Давай, меня. Они знают все буквально. Это мой. Это мой это кусок. Мой. Отдай. Ну, Вов, ну там... Слушай, я вот третий кусок буду есть. А тут их было 8. Ну-ка, быстро положил. Положил. Вов. Вон, возьми колбасу, нарежь еще. Я тебе говорила, давай вчера зайдем. Надо, кстати, зайти еще такую колбасу. Мне очень понравилась она. Она вкусная. Вов, иди нарежь. Да, кстати, мой муж повар. Ну, плохо готовит. Все готовлю я. Ну, конечно, плохо готовишь ты. Вообще ни о чем. Ну, ж колбасу-то себе может нарезать. Жадина. Да. Моя колбаса. Да. Я, блин, поцарапал. Да. Мой уровень готовки. Отлично нарезал хлеб, да? Ты хочешь достану? Редиска. Не хочешь достану? Но я не гордая. Крошки себе соберу все. Терпеть не могу крошки. Еще один факт от моей жизни. Редиска злой. Злой дня. На тебе колбасу. На. 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 Прям всю? Хоть всю ешь, на. За Русь, ус, Русь. На. Кто ты? На. Ты что, на? На. На, режь. Смотри, кстати, ее. Хочу. Пойдем сегодня купим еще. Да, тебе ничего не надо. Мне уж понравилось. Она и стоит хорошо. Ну и чё? Ты не заработал столько. Она стоит 77 рублей за 100 грамм, то есть 770. Твоя вот эта вот, которая с красным перцем, извините меня, она стоит дороже. С розовым. Да пофигу. Она стоит еще дешевле. Еще отрежь парочку. Себе-то толстенький отрезал. Я! Честно. Вот ты отрезала, ешь. Вот жадина. Чужой вершок, не бинразевая ротов. Вот жадина, да? Вот как с таким человеком жить? Уже меня больше весит. Да, конечно. Спасибо. Чужой вершок, бинразевая ротов. Не, действительно, кстати, колбаса очень вкусная. Надо еще такое купить. Скинул тут свой роток. Чужой вершок. Где-то. Еще один факт. Полюбите нас такими, мы есть. Мы не будем исправляться, потому что нам уже слишком много годиков. Уже не то время, чтобы меняться. Ой, моя прелесть. Вкусная? Вот если ты попробуешь завтра работу утащить, я тебе не прошу. У тебя своя, с розовым перцем.
Ну ты не, нефиг лезть к моей колбасе. Ты ее вообще брать не хотел. Вот, вот вообще убери ее. Вот я ее спрячу, а то он ее съест. Спрячь, да. Диск. Спрячь ее, спрячь. Спрячу. Спрячь. Спрячу. Тебя нужно все прячу. Подъедает. Раззалитель. Вообще мы любим поржать. Очень любим. Кстати, мои любимые фильмы — это комедия, фантастика, драма, редко смотрю. Ну, а так мне муж хватает. С ним пообщаешься. И все. Да, вот друзей у меня практически нету. У меня есть лучший друг мужчина, зовут его Михаил. У Вовы лучший друг, наверное, это я. Хрен тебе, да? Че ты мне показываешь-то? Блин, я фиг раскусишь. Колбасу-то. Ну, вкусно. Прям чувствуется мясо. Очень. Очень хорошо. Ой, хорошо. Хорошо сидим. Наел свой. Лол свой. Вот я время тяну, у меня там это, греется бойлер, сейчас пойду помочь. Но туда вас уже точно не возьму, это уже слишком интимное. Хотя, кто знает, может это следующий этап. Да, но канал я веду в пределах разумного, то есть правил Ютуба не нарушаю. Крошится этот хлеб еще сергеевский. Просто не можешь его есть. Может быть. Ладно, ребятки, будем заканчивать. Пошли мы, как говорится, доедать. Вот, если будут еще какие-то вопросы, задавайте, только, пожалуйста, задавайте лично мне и верьте мне, вот. Потому что иногда вам такого могут понаписать, вот, а лучше делайте выводы, основываясь на собственном, так сказать, мнении. И вообще, будьте добрее. На сегодня все, увидимся в следующем выпуске. Кстати, сегодня мы еще будем готовить вкусно.